Всем привет! Продолжаю снимать видео о домике Пеппы. Вот мы его уже собрали. Ну как, домик он был собран, только мебель поставили, наклейки наклеили. И вот, вот так он смотрится. Сейчас немножко подсвечу. Вот. Очень хорошенький, нам понравился, дочь была очень довольна, уже играла им. В общем, вот так вот он смотрится. Наклеечки вот мы клеили на кровать, она здесь стоит, встроена. Также есть лампа, здесь наклеечка была. Вот шкаф. Только, к сожалению, инструкции не было, и было очень сложно разобрать, что к чему. Там были подсказки, но все равно. Немножко подсматривала на фото продавца, чтобы понять, что куда наклеить. Вот. Также на первом этаже есть еще телевизор. Вот такой. Так, пианино. Есть стулья, кухня. Ну, кухня там видно. Ну и также есть столик с стульями. И вот, вот такая лавочка. Ну, кресло вот такое на улице. Вот, еще есть такие части, так и не разобрала, наклеек никаких не было, что-то похоже на пианино, не знаю, еще одно, возможно, и вот, также не разобрала, что это такое, наклеек не было. В общем, вот так вот, еще хочу показать, вот, папа свин, он очень большой. И его невозможно посадить вот на это кресло, он не сидит. Но мы нашли выход, мы садим его вот сюда. Он здесь как-то усаживался у нас. Вот. Но он и сам очень хорошо сидит. Его можно садить просто так, и он будет хорошо садиться. Также мама-свинка, она тоже большая. Тоже очень хорошо вот так просто садится. Самый маленький это у нас Джордж. Вот он какой. На кресло он идеально усаживается, прям как на него. Вот. И может спокойно смотреть телевизор. Пеппа немножко больше. Она как бы... Они очень мне как бы одинаковые, только из-за того, что у нее ее платье, ее тоже сложновато усадить на это кресло. Не хочет садиться вот так как-то. Но хорошо садится на стул. Вот. Ножки хорошо сгибаются. Голова здесь резиновая. Мои дочери уже их снимали, надо было насаживать назад, но они хорошо одеваются. В общем, вот такие свинки. Вот это еще надевали, было отдельно. Ну, это дорожка. Также у нас были наклейки под зонтик, которые вот здесь вставляется во дворе, но в наборе у нас его не было. Я проверила у продавца, действительно, в нашем наборе его не было. Также я видела такие же домики, что имеют вот здесь крышку. Вот этот дворик, он вот так вставляется, наверное, и закрывается крышечкой. Но у нас не было, и продавцом не было заявлено. И еще, что я вам забыла сказать. Здесь есть подсветка, но, к сожалению, батарейки я еще так и не поставила,
Вот здесь в домике есть кнопочка. Вот. Вот так включается. И подсветка есть вот здесь, лампочка есть в этом месте. Сейчас попробую подсветку включить. Вот там есть лампочка. И на втором этаже вот здесь есть. И в комнатах также есть лампочки. Вот. Домик очень хороший. Дочь его носит у нас по всей квартире. Очень удобно, так как здесь есть ручка. Она вот так его носит. Ну, это все я купила специальный лоток для дочери, чтобы она постоянно складывала. А то детальки небольшие, можно погубить. В общем, вот такой домик. А, еще здесь наклеечка должна быть на дверь. Вот это, но я еще не наклеила. Надо было бы, но отложила на позже. В общем, вот такой замечательный домик. Покажу ближе. Вот. Падает, потому что я под углом держу, чтобы был свет. Такой уютный домик. Хороший. Вот. Пианинка впала. Жаль, батарейки не поставила, так бы было хорошо видно все. Вот, телефончиком подсвечу вам. Вот такой замечательный домик. Так, это он так внутри смотрится. А вот сейчас будет все падать. Ой. Сейчас еще снаружи. Дверь открывается. Мы пробовали, она открывается. Вот. Наверное, только одна часть. Вот так открывается. В общем, вот такой отличный домик. Домик свинки Пеппы. Если ваши дети также любят играть, смотреть мультики, очень хороший подарок. Мы уже третий день как получили домик, и она уже третий день им играется. Дочь довольна. Вот так вот смотрится. Ну все. Это все, что я вам хотела показать, рассказать. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. И подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока.